Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Спецпредложение дня. Сегодня это набор Эльдорадо. 27 предметов сегодня для вас. Но знаешь, сразу хочу спросить у тебя. Столько много предметов, а у меня 33 квадратных метра. Ну и кухня, сам понимаешь, мало габарит. Понимаю. Давай говорить так, что у нас в стране много такая проблема. Такая она есть у каждого. И действительно, набор огромный, но он действительно многофункциональный. И я хочу показать, как насколько он компактно может распределяться у нас на кухне. Ведь его можно сохранить не только на плите или где-то, а даже поместить в небольшой шкаф. Например, так, как он хранится у меня. Ух ты, вот так вот, посмотрите, компактно, стильно. Все 27 предметов хранятся у нас очень здорово, потому что набор компактный. Ну, давайте разбираться. Вот, например, вчера муж пришел с работы. Слушай, хочется порадовать чем-то вкусненьким. Так. Я быстро достаю тесто из холодильника, распределила его на сковороде и сделала пиццу. Ты знаешь, получился такой отличный ужин. У всех было хорошее, замечательное настроение. Слушай, потом на целый вечер. Согласен, да. Очень важно у любого набора иметь и высокую многофункциональность. Давай разбираться, что мы можем делать в нашем наборе. Итак, внимание, мы можем тушить. Тушить с легкостью, с удовольствием и, самое главное, с ярким настроением. Да. Можем варить в большой кастрюле. Сварите суп, холодец, любимые напитки или компоты. Пользуйтесь, пожалуйста, фритюром, ведь в наборе есть сетка для фритюра. Или с помощью этой же сетки готовьте на пару. Но и это не все. Ведь с помощью нашего набора можно еще и готовить в духовом шкафу. Как ты думаешь, что я подготовил? Так, давай посмотрим сейчас, что вкусненького, интересного Итак, у вас сегодня внимание, есть. Внимание, здесь, прямо в кастрюле, я взял и испек большой кекс. И что самое главное, обрати внимание, как этот кекс поднялся. Посмотри, он прямо просится наружу. А красота. Все благодаря тому, что здесь идет правильное распределение энергии. Здесь идет самый уникальный теплообмен. Посмотрите, сегодня мы можем запекать даже в кастрюле из нашего набора посуды Эльдорадо. Ведь это посуда профессионального качества. Смотри, как все тушится, готовится все это с эффектом томления. Ведь пятикапсульное термоаккумулирующее дно позволяет готовить с эффектом томления. То есть при приготовлении мы создаем эффект томления, а соответственно получаем самый лучший, самый вкусный результат. Вот посмотрите, пятикапсульное дно, специальный набор, 27 предметов, это компактное хранение, ну и, конечно, еще и многофункциональность. Готовьте все, что хотите. А вот что такое пятикапсульное дно, Ром? Лен, все очень просто. 5 слоев металла, состоящих из алюминия и стали. Алюминий, соответственно, имеет высокую теплопроводность, поэтому буквально за несколько секунд нагревает наш набор. А сталь это тепло равномерно распределяет и удерживает. Соответственно, мы всегда получаем идеальный результат в виде вкусных, сочных и правильных блюд. Вот это да! Хотите готовить вкусно и сочно? Выбирайте для себя вот это зеркальное сокровище. Красота невероятная. Вот этот бриллиант будет освещать вашу кухню зеркальным светом. Ну и, конечно, у вас появится хорошее настроение. Огромный набор, но при этом компактный, хранится в одном ящике. Готовит все, что вашей душе пожелается. Ну и, конечно, 27 предметов для вас. Это и сковорода-сотейник, это и набор аксессуаров для кухни, это большая кастрюля, кастрюля поменьше для супов и бульонов 3,6 литров, кастрюля 2,7 литров для гарнира, кастрюля для завтраков 1,9 литров, кастрюля для приготовления соусов профессионально 1,9, есть фритюрница специально для вас, набор специй, но и это еще не все. Две бакелитовые подставки под горячее, полный комплект. Это наше спецпредложение дня. Спеццена, которая действует ровно одни сутки, поэтому дозвонитесь и оформите свой заказ. Но все-таки, друзья, давайте поговорим о том, что такое пятикапсульное дно и для чего оно нужно. Во-первых, с этим дном вы смело можете готовить на индукционной плите, так как это делаю я. Но есть более важный момент. Так, посмотрите, вот такая посуда есть у многих из нас дома. Вот, пожалуйста, обычная эмалированная кастрюля. Я достаю отсюда голубец. Ой, он уже снизу весь пригорел. Да, развалился. Слушай, и вот посмотрите, что происходит очень часто. Потому что в эмалированной посуде не
рекомендуется тушить. Слушай, такое вообще есть даже нельзя, мне кажется. Нельзя, да, ни в коем случае. Теперь внимание. Вот кастрюля, которая есть тоже у многих у нас дома, но это подделка. Она тоже вроде бы как с капсульным дном, но это, друзья, подделка. А поэтому результат вот такой. Он развалился, голубец. И есть бы я это тоже не рекомендовал. Ну, конечно, так. А теперь давайте посмотрим на нашу кастрюлю, в которой все кипит и бурлит на максимальной мощности. Прям покажите нам, пожалуйста, как это кипит и бурлит. И это уже, мы будем говорить, кипит все, тушится 40 минут. А теперь, друзья, выключаю, достаю голубец. Ой, и посмотрите. Красавчик. Вот он, какой идеальный голубец. Не разварился, остался идеальный. И самое главное, обратите внимание, ничего не пригорело. Вот таким образом мы вам и доказываем то, что наша посуда, благодаря пятикапсульному дну, будет готовить наилучшие блюда. Посмотрите, 27 предметов, в каждом предмете пятикапсульное дно, а значит, вы готовите лучше, а значит, вы готовите вкуснее. Порадуйте своих близких профессиональным приготовлением еды. Ром, ну я хочу у тебя спросить, из чего все-таки сделан наш набор? Он так сверкает красиво, как настоящий бриллиант. Ну, давай говорить о том, что, во-первых, это австрийский бренд, а бренд Wellberg, который, соответственно, делает самую лучшую посуду. И материал, из которого изготовлен наш набор, это легированная сталь. Сталь, которая будет служить долгие годы. С помощью этой посуды вы можете готовить все, что угодно. И даже, как я, использовать фритюры. Ведь она выдержит даже самые высокие температуры. Ну, посмотрите, выдерживает температуры, готовится все быстро, готовится легко. А значит, мы не затрачиваем лишних средств, лишнего времени, готовим быстро и красиво. Давайте посмотрим прямо сейчас на металл. Вот какой он, расскажи мне, вкуса не будет, когда бывает вот иногда? Давай расскажу подробно. Во-первых, это сталь, которая используется как в пищевой производстве, так и в медицине. Она имеет идеальное содержание хрома и никеля, а, соответственно, не имеет возможности окисляться и, соответственно, не будет у вас... процесс коррозии. Плюс ко всему, она будет всегда у вас ярко выглядеть, блестеть и будет всегда легкая в уходе. Конечно, легкая в уходе, никаких хлопот, удовольствия от проведения на кухне. Ты знаешь, я люблю готовить, но когда посуда нам еще и в этом помогает, то, конечно, хочется поскорее пойти и приготовить что-нибудь вкусненькое для своих родных и близких. Да. Ну, звоните прямо сейчас, заказывайте свой набор посуды Эльдорадо по цене, которая действует только сегодня.